Девчульки, роднусики, когда вы уезжаете в другую страну, выходите замуж или просто переезжаете, то вы должны быть готовы и хорошо должны все взвесить, подумать. Я уже больше 6 лет в Турции, и как бы мне тут хорошо не было, как бы я не полюбила эту страну, все равно иногда так накатывает, как сегодня. Не знаю, ничего не можешь с собой поделать. Скучаешь? Скучаешь по родным? Скучаешь по своим близким, родным, по своим друзьям, по своей родине скучаешь? И еще в другой стране, как бы ты не знал хорошо язык, все равно ты не реализуешься в такой мере, в которой ты мог бы сделать это в своей стране. И когда у тебя нету родных и близких рядом, тоже очень-очень морально, психологически тяжело. Несмотря на то, что я психолог, я могу контролировать свои эмоции. Но все же я живой человек. И долгое время, когда у тебя нет родных рядом, и тебе хочется поделиться и хорошим, и плохим, и ты не можешь это сделать, и все у тебя остается внутри. Оно все копится, копится. И вот так вот потом периодически выплывает. Я сама уже мама 2 детей. А свою маму я уже не видела 3 года из-за этой пандемии. Мы не виделись с ней. Даже не 3, а 4. И все равно мама – это есть мама. В каком бы возрасте она ни была у вас. Хотя мы с мамой, когда я на родине, когда мы жили вместе, мы с ней очень часто не ругались, а не соглашались. Мы с ней очень часто не соглашались. А сейчас, когда я вдалеке и понимаешь, насколько это все мелочи, и спорить, кому-то что-то доказывать, особенно родителям, это самое гиблое дело. Берегите своих родителей, потому что без них очень-очень тяжело, даже морально. Да, у меня тоже здесь есть друзья. Свекры, свекровь у меня хорошая. Поддерживает, хорошо относится, но все равно это не мама. И на место мамы она никогда не будет. Все равно, как бы ты сейчас не в другой стране, ты все равно периодически чувствуешь себя одиноким. Поэтому я завела свой YouTube-канал. Общение с подписчиками и с людьми, которые меня поддерживают. Это очень приятно. И когда мне подписчики... Уже с многими я даже просто дружу, переписываемся. Мне это очень приятно, даже за ваши комментарии, которые вы пишете, а я их всех читаю. Для меня это очень моральная хорошая поддержка. Спасибо вам, что вы у меня есть. Так что, девчульки, которые выходят сюда замуж, будьте готовы к тому, что вы здесь
будете одна. В каком плане одна? Внутренне чувствовать себя одинокой. И при малейших каких-то проблемах или еще что-то у вас не будет рядом поддержки близких. Да, сторона мужа, если повезет, конечно, вам, конечно, поддерживает все, но это другое. Будет все на ваших плечах. Помощи ни от кого не ждите. Какие бы хорошие у вас ни были отношения со свекром и свекровью. Здесь культура бабушек, дедушек совершенно отличается от нашей. Совершенно не такая. Да, конечно, она посмотрит час, два, три. Но не столько и не так, как бы смотрела за ними ваша мама. Здесь вы будете рассчитывать все на свои силы. Все будет на ваших плечах. Извините за то, что я сегодня дала волю своим эмоциям. И вообще, никогда не держите свои эмоции, и когда хотите плакать, обязательно это делайте. Не нужно свои эмоции копить внутри. От этого может быть много разных болезней. Всех вас люблю.